Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Play, и мы продолжаем осенний Last of Us. Этот чувак, короче, не хочет идти домой, хотя его дома ждут семья и дети, судя по всему. Он не подчиняется командише, который здесь всем командует, который здесь всем заправляет, соответственно, мы идем к ней и попробуем сами ей подчиниться, хотя это будет проблематично, потому что мы этого никогда не делаем. Слушаю. Мы ждали управления, Стив сейчас пустит ток, ты подойдешь к нам? Я бы лучше поела с Элли. Все равно моя очередь. Иду. Я с тобой. Иди с Марией, поешь чего-нибудь. Джоэл! Чё? Идем, Элли. Пускай мальчики поговорят. Хе-хе-хе, пообсуждаю сиськи. К вам идет Томми, ждите. Пошли. Погнали, чё? Они уже в шестой раз пытаются запустить турбины. И чё? Бесполезно? Мы здесь неделю. Окажется, прошла вечность. Сейчас я вам помогу, я же этот, профессионал. Хочу отдать тебе кое-что. Давай. От этого не откажусь. Я был в Техасе, дома. Ага. Почти все наше добро пропало. Почти все. А что это? Вот. Вполне нормально, хоть и выцвело. Смотри-ка, у него дочь-то Сара, по-моему, зовут. Да, играл за сборную Аргентины, нихера себе. Нет, герб не аргентинский, по-моему. Не надо. В смысле не надо? Как это не надо-то? Я тут что нажал-то? Точно? А что? Сказал же. Чего не надо-то? Я что? Ладно. Я хотел повертеть, посмотреть. Оставлю себе. Не-не-не, Томми, отдай мне. Надо поговорить. Наедине. Да, ладно. Только ребят сейчас проведаю. Я хотел ее покрутить, короче Идем. Говоря, посмотреть, а он говорит, не, надо вон треугольник, значит, нажать. Ну, нет, так нет, ладно. Останемся без фотки. Так, у вас тут припереть-то ничего нельзя? Как бомжи тут спят какие-то. Не курить, смотри, тут даже курить запрещено. Вот у них тут правила-то какие. Короче, Томми, есть такое дельце. Короче, баба со мной, но ты в курсе. Она это, того. Ее срочно нужно, короче, это, туда. Палево такое, чтобы никто не наводил. Я расскажу кодовыми словами, пока эти мужики там слушают, сидят. Не знаю, что ты слышал, но города не узнать. У нас уже больше 20 семей. Мария и ее отец решили, что мы должны сами себя обеспечивать. Ну, у нас правильно. Есть зерно и скот. Помнишь, мы думали, что так жить невозможно. А вот у нас получилось. Молодцы. Забей. Все равно турбине кранты. Да, чувак, нет, не парься. Я слишком много времени потратил, чтобы все бросить. Как вы защищаетесь? Взрослые по очереди охраняют периметр. Запустим электростанцию, будет ограда потом. Но вы все равно сталкиваетесь с зараженными. А кто нет? Такое уж время. Бухать идем. А ведь может быть иначе. Сразу с бутылкой. Ты совсем как Марлин. Песик. Привет. Здорово. Это Бакли. Сторож он никакой. Хороший пес. Но с ним веселей. А зачем вот сторожить? У вас у всех самих оружие. Пес просто должен быть для развлечения здесь. И накидано, смотри, всего, короче, надо все собирать. Все пригодится. Так, а на аптечку у меня до сих пор не хватает, правильно я понимаю? О, хватает, отлично. И на нож хватает, нихера себе поворот. А это? А это типа не надо, что ли же? Так, ладно, пойдем. Ну, немножко притырили, что же. Тут вся какая-то война будет, сейчас все это сломают, надо брать, пока что есть. И восстановят электростанцию. На этот раз все получится. Само собой. Сейчас я вас все лишнее заберу, чтобы ничего не отвлекало. Я так не говорил. Ставлю миллион баксов, заработай. Откуда, ёпта? Все почти готово. Им просто нужно приладить щит. Ну так спокойно. Прикладывайте, прилаживайте, как это правильно звучит. Налаживайте. О, верстак, отлично. Дымовые бомбы улучшены, замечательно. Правда, я им еще ни разу не пользовался. Ничего страшного, когда-нибудь воспользуемся. Придет и это время. Так, у нас тут есть что улучшить-то вообще? Давайте-ка вспоминать. Так, вот хорошее место. В принципе, можно вот этот вот посмотреть, что он тут себя представляет вообще. Скорость перезарядки нахер не нужна. А револьвер, скорость перезарядки. Скорострельность. А, жирные чехлы здесь есть. С этой херней что можно сделать? Прицел. Оснащение оружия. О, да ладно. Нихера себе. Вот это неплохо. Так, тут у нас что? Скорость перезарядки еще одну можно втащить. Емкость магазина можно втащить, но просто дробовик будет вообще нереально, короче, с мачным оружием. Так, отлично. Вообще замечательно-то опять. Что это такое сейчас было? Опять значок. Ну неплохо, что эти станки вообще выручают. Берегись.
Чего там строители делаете? А вот так. Опускай. Медленно. Они крышку нацепляют, что ли? Кого-нибудь в голову прикинут сейчас. Скажу, а? Не ожидали? Сраженные идут. И все, и шугнем всех. Готово! Готов? Давай, жми! Жми! Ну? Да ладно! Красавцы! А вторую? Отлично! Кто-нибудь сообщите Марии, пусть порадует. А она прям не услышала, как будто, да? Сейчас вся станция в этом свете, она не увидела. Потрясающе. Огонь вообще! Чё творите, черти? Ладно, Джо. Всю жизнь за еду теперь будешь работать. Поговорим. Давай поговорим. Тебя здесь типа никто не услышит? Куда ты меня ведешь-то, алё? Раздевалки какие-то. А вас тут немало. Да, тут их полно. Мы все получили здесь второй шанс. Они нормальные парни. Чего не в Бостоне? Так уж сложилось. Да вот, ввязался в одну авантюру. Все из-за этой девчонки, да? Угадал. Все из-за этой девчонки. Ну, выкладывай. У нее иммунитет. К чему это? Она да при мне ты. Вдохнула столько спор, что хватило бы десятерым. Ничего. Я тоже не верил. Сам увидишь. Ладно. Поверю. Ну а куда тебе еще деваться-то? А я при чем? Я должен отвезти ее к цикадам. Ты с ними явно знаком. Закончишь дело, получишь всю оплату. Цикад я 100 лет не видел. Ты знаешь, где они. Мне много не надо, Томми. Дай простую снарягу, и я отправлюсь в путь. С чего ты взял, что я соглашусь? Ты чё, чмошник, что ли? Томми. Я вообще-то брат. Парней. Я теперь семейный человек. И не могу так просто рисковать жизнью. Господи. Ну пусть Мария пошлет пару ваших братьев во Христе. У них тоже семьи. Томми, прошу тебя. Чё за брат такой, я не понял. Ты чё вообще, брат за брата, за основу взято там. Все дела. Бери. И куда идти, рисуй. Но с девчонкой своей возись сам. Сучёныш какой, а? Вот она, благодарность. За что бы? Сколько лет я о тебе заботился. Так это забота была? Да, вообще ты жив. Мне года с тобой вспоминать страшно. Благодаря мне ты жив. Лучше бы я сдох. Я привел к тебе ту, кто нас всех спасет. А ты решил повыделываться, малыш? Сопляк. Ты не в Бостоне. Только попробуй тронуть меня. Это плохо кончится. Что это за хрень? Черт, на нас напали. Что, убивать не разучился? Какой-то, посмотри, ну тю-тю-тю-тю-тю, только ударь меня, я всю мамке Марии расскажу. Воу! Остановите их! Не пускайте внутрь! Окей. От вас толк-то есть, ребят, вообще? Я не буду патрон тратить, хорошо? Так, а где у меня со снайперским прицелом винтовка-то? Хорош! Вот это винторез! Вот это неплохо, стоять, падла. Это был хедшот. Хорош, давай, Томми, выруливай. Так, ладно, пойдем с пистолетом повоюем. Чувак, хорош. Стой. Сюда! Да я уже тут. Опачки. Томми, я молодец, я убивать не разучился, не сомневайся во мне. Так, кто тут еще где? Так, один Томми. Там не наши, там сейчас заходят бандиты, насколько я понял. Надо где-то взять нормальную, короче, стойку, позу и расстрелять их из снайперской винтовки из моей новой. Из моей новой снайперской винтовки с прицелом. Где тут простреливается получше? Надо наверх как-то забраться. Так, а наверх у нас вот здесь лестница, погнали. Сейчас где-нибудь станем за бочонком и накажем всех. Отлично. Так, меня кто-то спалил. Кто меня спалил? Где меня спалил? Не понимаю, он тут где-то меня спалил. Так, отлично, вижу одного. Толку, конечно, от этого прицела никакого. Но он хотя бы есть. Уже хорошо. Чё бегаем-то? Ну-ка, не мельтеши перед экраном. Чё они не выходят-то?
Я сейчас к ним пойду туда, они меня уделают. Опа, понятно, все, бегут. Тихо, товарищ, подожди. Сука, ты смотри какая. Ну-ка, выгляни. Ах, не попал, падла. Выглядывай. Ать, попал, красавчик. О, тихо. Сядь, кнопку забыл. Спокойно. Так, ну хорошо, пойдем с пистолетом повоюем маленько. Не стреляй в меня, чувак, не надо. Тебе это аукнется, понимаешь? Тебе же хуже будет, чувак. Я же тебя предупреждал, нет? Сука, опять хедшот. Что творю-то сегодня? Воу! Ты еще тут один? Что это? Ну-ка выгляни, сучоныш. Давай прямо вот сюда. Давай! Или тебя уже убили? Тебя убили, нет? Эй, дружище. Ха-ха, сидит еще там, падла, значит. Ладно, перезарядочка. Да твою мать, я каску не шиб. Старый пес, сдохни уже! Я сейчас, короче, тебя слышь? Какой, сука, непробиваемый собака. Все патроны просрал на него. Оп. Чувак с деревяшкой подошел. Пацаны, это ваш. Реально говорю, ваш. Я не буду его трогать. Все, придется с этого пострелять. Кто стреляет сейчас? Чувак, подожди меня. Чувак, на. До свидания. Видите что-нибудь? Ничего не вижу. О, аптечка, спокойно. Планы завода. А, окей. Так, все подобрал? Я что-то полезного сейчас подобрал, по-моему, какую-то аптечку, что ли, что-то типа того. Ой, топор, нихера себе. Топор я давай возьму, он, наверное, помощнее будет, чем эта труба-то. Так, ну и кто там где? Я никого лично не вижу. Но у меня есть снайперская винтовка, значит, я сейчас всех увижу. Ох, нихера их там бежит. Так, ну что, давайте воевать. Попал, нет? В этого точно попал, красавчик. Минус два, да? Минус два организовал сейчас, или сколько? Где еще-то? Ага, падла. Сука. Патрон конь. О, а еще один, смотри. Ой, он однозарядный. Твою же мать, я и забыл совсем. Попал, красавчик. Ну хорошо, с дальнего расстояния мы сейчас, в принципе, нормально с ними разменяемся. Ну, давай, покажись кого-нибудь. Че он кинул сюда сейчас? Он долетит потом ему? Чувак, высунись. Ох, нихера себе! Ты чё, сука, вытворяешь-то? Ему только в бейсбол играть. Нихера себе, докинул. Я вообще никак этого не ожидал сейчас. Так, ну ладно. Допустим. Надо быстренько. Ой, опять кидает. Вообще неплохо летит. Чувак, ну ладно, раз так. Сдохни. Я думал, он не докинет, а он нихера себе у него бросок. Ай, сука, не попал. Плохо, что одна зарядка у него всего. Отлично. Кто? Где еще? Так сколько у вас народу где? О, еще один бандит, сука, сидит, смотри-ка. Ох, нихера, он мощный такой, пистолетик-то. С первого раза выхлестывает. Так, здесь пора брать что-то другое, наверное. А все покончалось, нихера себе поворот вообще. Как я буду воевать-то, у меня патроны кончились. Алло, ребят, почему у меня Джоэл не может кидать на такие расстояния свои гребаные бутылочки? Где все патроны-то, алло? На мосту идет бой вперед. Ну, замечательно. Чью мать? Кто сказал сейчас это? Отлично. О, патрончики. Ох, нихера себе. Спасибо. Чуваки вообще выручили сейчас. Я вроде патрон собирал, он как крыса, прикинь, сзади налетел на меня. Да, я бегу, сейчас, подожди, патрон соберу и бегу. Сейчас прибегу, не ссы. Сейчас где-то что-то осталось. Джоэл, давай понимательнее с тобой посмотрим, где-то всякое что-то есть. О, я же говорю. Бутылочка как минимум, хорошо. Здесь чего? Здесь трава. Это не резидент, оно тут не работает. Ладно. Как они сюда прорвались-то? Они же кричали, у нас тут электрический загород и все дела. Чё это я-то действую? Бери сам да действуй.
действуй, говорит. Ладно, подействую. Пойдет так? Кто? Сука. Ай, не мой патрон. Ну ладно, срать. Спускаемся полигонечку. Это мое. Так, там сколько их было сейчас? 2-3, кто заметил? Я не заметил. Ай, ладно, ладно, ладно. Так, сколько их там? Берем, значит, наш снайперский патрончик. Это мы пока оставим. Берем вот этот и стреляем. О, чувачок, а ты, по-моему, ничего не видишь. Ой, а тебя и убили. На, дружище. Дайте мне винтовочных патронов, пацаны. Отойди, пожалуйста, Томми. Твою мать. Опа, а вот и патрончики, спасибо. Собственно, их просили, их и получили. Заходим с этой стороны. Ага, одного вижу. Так он там вообще один. Ну-ка высовывайся, паскуда. Сука, смотри, шапку ему снес. И патроны кончились. Ну, неплохо, чё. Ладно, давай попробуем с винтовочки. Чё это за херня сейчас была? У него что, там зубы блестят или чё? Сука, все патроны опять просрал. Они погибли. Мария! Кто погиб? Никто не погибал. Чё вы делаете? У меня патроны чёрт кончаются, ребятки. Отбились. Да ладно, отбились. Только патроны все просрали. Ты цела? Да, да, цела. Джоэл, в общем, да. Они бросились со всех сторон, ясно. А Мария такая, всем слушай. Бежать. И мы нырнули под столы, а тут бугай пальнул. Тише, тише. Слушай, мы... скажи мне, ты не ранена? Нет. Черт. Пойдем-ка поговорим. Че, сука, совесть заела, да? Брат. О чем тут говорить? Фу, пусть такой вообще. Кого-нибудь другого. Мария, я просто не смогу с этим жить. Ты знаешь, сколько людей мы сегодня потеряли? О чем это они? Вы бы вообще всех потеряли, если бы не я, мудак. Чка, мудачка, вот. Случайно не обо мне? Нет, а нормально, говорю. Сиди. Узнал, где лаборатория? Элли, поговорим потом. Потом? Потом. Ну-ну. И что с того? Одна ошибка. Один неверный шаг, и я окажусь вдовой. Ты этого хочешь? Я должен пойти. Неужели ты не понимаешь? Иди. Мария. Мария. Началось. Пошла ты вообще, слышь? Так. Если с ним хоть что-нибудь случится, виноват будешь ты. Этот палец будет тебе вместо мужа. Пока. Она беспокоится. Я понял, да. Мы прекрасно это знаем. Джоэл, я отведу девчонку к цикадам. Само собой, можешь не волноваться. Я так и думал. Надеюсь, какой-то толк будет. Пойду, скажу Элли. А то она вообще, ну как она вообще лезет, смеет лезть, это мужики решают проблемы. Она начинает своими соплями. Что такое? Твоя девчонка только что увела коня и смылась. Е-мое, куда? Пошли. Ох ты, лошадь глупая. Вернись назад, хоть убраться. А мы что, реально будем на конях скакать? Я же не знаю, видать, в прошлой серии это сказал. Погнали. Опа. Отлично, вперед. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Слышь, а что твой конь быстрее моего скачет? Я не понял. Молодой! Ну-ка уступи дорогу старшим. Тык-тык-тык-тык-тык. Прикольно вообще. Я чисто на дурачка сказал в прошлой серии, что мы, возможно, будем кататься на коняшках. Нам же не зря их показали. Она не могла далеко уйти. Мы ее найдем. Так, здесь надо прыгать? Или вот сам попрыгать? Прямо. А, окей. И часто такие приходят. Таких еще не было. Не знаю, в чем дело. А, тут вон как можно бегать. Постоянно нажимаешь, он быстрее скачет. Ну, пошла. Давай, 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 пошла, 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 пошла. Или нет, она не скачет быстрее. Показалось. Куда она? Нет, давай, 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 жми, мать, ты чё, какая старая стала? Тебя же ключом недавно только ремонтировали. Куда она свалила-то? Сюда она не пошла. А куда она пошла? Значит, в другую сторону пошла, погнали. Тихо, не сшибай, конечно, деревья. Давай, 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 вот туда она куда-то пошла. Вот, вот на дырочку-то. Сейчас напалим. О, нихера себе копыта, ты посмотри. Ты думаешь? Или, походу, дело думать-то уже нечем особо. Пошла. Она на какой лошади тут скакала? На здоровый какой-то, смотри, какие здоровые следы. С пол лошади с моей. О,
Вот, следы. Где следы? Давай. А, ты в смысле так просто показал? Но я понял, что следы погнали, следы так следы. Куда вот она могла умчать, дура малолетняя, а? Она же даже не знает, куда бежать. Сейчас на этих зомби-лошадей нападем, или зомби-лошади на нас нападут, или еще что случится. Так, здесь тупик. Ну, пошла. Значит, сюда куда-то. Скачем, 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 братец. Не отставай. Сейчас потеряем девку, и все, и беда. Не будет никакого противовируса. Я прикрою. Сколько их там? Да хренища. В смысле? Обойди их, я прикрою. Твою ж мать. Я думал, ты не стрельнешь, если честно. Полдня стоял, думал. Ой, ой, тихо. А что это у него сверкает-то? Это типа я с каким-то снайперским прицелом могу это бить. Спокойно! Ой, там коктейльщик. Отлично. Так, коктейльщика надо выносить. Ну-ка давай, вылази, сучка. Вылазь, говорю. Тварь. Ой. Хорош. Так, отлично, вон еще один. Этого давай снесем снайперкой. Хорош. Кто еще? Ага, вон сидит сучонок один. Но, какой, а? Четко, все, все четко. Так, патронов мало. Опа-опа, кто тут бежит? Кто еще-то? А, вон он падла. Так, двое, 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 подожди, двое. Двое, да? Двое, пока вижу только двоих. Так, отлично, один вон там. Ну-ка, показывай свою шапку-то, мудак. Да, ай, сука, куда ушел? Тихо, 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 тихо. Ух, вот это мощь. Вот это он пробивает прям на ура. Хорош. Все, кончились патроны, беда. Беда. Так, ладно, здесь еще пока есть. Так, вот это тоже надо сменить, значит, на вот этот вперед. Патрон ни с кого не упали, что? Что за дела-то? Во, следы копыт, значит, она здесь пробегала, значит, она еще живая. Да они бы ее всяко не поймали, она же та еще чертиха. Сама бы всех повносила тут. Ниже... Кто меня запалил сейчас? Ага, вон он. Какой я невнимательный, зато так попадаю четко, прям вообще нормально. Так, пистолетик, перезарядочка. Че это стучит сейчас? Где этот пес-то? Где же он засел? Я тут, чувак, я тут. Голову, голову, покажи мне голову, чувак. Голову покажи свою, чувак. Да здесь я, здесь, а ты-то где? Падла. Бежим. Так, а здесь ничего ни от кого не осталось. Опа. Приныкали, смотри, сколько всего. Так, ты у меня просто сгорел, да? Молодец. Так, где же он там, падла? Он где-то тут же. А, сучоныш. Ходит, ходит. Так, он в дом идет. Ладно, потом. Сначала в этот сбежим. Вот это мы, короче, напали на засаду, вообще непонятки все. Опачки. Оп, оп, это вообще по мне. Ой, лук, у меня же есть лук. Опять я забыл про лук, я всегда забываю про лук. Где? Ай, за скалой за этой ходит, не видно его ни хера. Ну ничего, сейчас он, короче, выхватит. Где? Ага. Оп. Спокойно. Где? Ага. Значит, мы за ним идем и потихо его вырубаем. Правильно я понял? Ты да вот ты быстрый. Сука. Стой, чувак. Все, что ли? Красавчики. Отделайся от гопоты просто только так. Так, где там наши лошади-то? Они еще живы вообще у нас, нет? Или лошади померли, нет, или живы? Как мы поскачем дальше-то? Идем к лошадям. А, вот они, отлично. Ты куда? А, все нормально. Я думал, вы скакали. Ну погнали!
Так, я еще так понимаю, пару таких застав, и мы пройдем, найдем Элли, короче говоря. Куда она ускакала, херой пойми вообще. Как она мимо них пролетела, если что? Это тоже мне не ясно. Ух. Прикольно. Где мы еще покатаемся на лошадях? Следы ведут сюда. А он, по-твоему, слепой, да? Так серьезно, почему, как она могла проскочить-то здесь? Целая толпа бандитов, целая засада, застава. Она, короче, взяла и где-то прошмыгнула. Ай, какая девка, а? Просто беспредельщица вообще. Что творит? Блин, прикольно тут вообще, прям, реально. Никогда еще ни одна игра у меня не вызывала столько эмоций по поводу красоты окружающего мира. Это прям впервые, наверное, со мной. Серьезно, я говорю, мне прям нравится, не могу. Пошла, пошла. Синхронно будем говорить, опа. Пошла. Так, там еще одна застава, я так понимаю, да? Или нет? Тихо, тихо, тихо. Смотри, уранчо. Это наша лошадь, она должна быть там. Ага, понятно. Вот мы и пришли, собственно. Не тормозим, не останавливаемся. Худен пенис какой-то. Худой пенис, что это значит? Вроде никого. Как никого? Слази давай, никого. Привяжи собаку. Ой, в смысле, лошадь. Что такое? Привяжи ее. Я же где-то видел треугольник. О. Да она там где-то спряталась. Сейчас скажет, я не хочу, чтобы из-за меня погибали люди, разрушали семью. Вот это соплячество пойдет сейчас. Прям 100% говорю. Элли, где ты? Осторожно. Да ладно, что ты слышишь? Элли? Нету никого. И где она? Элли? Эй. Девчуха! Я ж тебя найду. Это что такое? Нихера себе. Такие медальоны носят бойцы цикад. Так мы такое уж где-то находили. Только оно, по-моему, совершенно бесполезный какой-то. За него даже никаких этих не дают. Ни бонусов, ничего. Нахер он нужен? Так, здесь ничего нет. Она где-то на втором этаже сидит, по-любому. О, слышу. Слышал? Я слышал. Где-то там она что-то гремит. Так, ну в туалете она спрятаться не могла. Она где-то там, я ее слышал только что. Пошумела, что-то она там спит, наверное, или жрет уже. Проголодалась, может. Это крысы, это не она. Хотя она тоже тот еще крысяк. Взяла, срулила потихо. Ну что ты будешь делать? Как так, так вообще не делают, если честно. Опа, патрончики. Первым делом всегда надо обыскивать дома. Прям именно в этой игре именно надо. Так, что это было сейчас? Тихо, спокойно. Отлично. Потому что не хватает припасов категорически просто. Вроде как мы ходили с вами, было всего до хера. Потом раз, одна серьезная перестрелка, и нету ничего. Элли! Ну где ты, ну? Здесь. Ах ты, господи. Нуль поле, что это? Дикие звезды, горизонт событий. Где ты здесь-то? Где она? Да ты где? Нихер тут дом здоровый. Сука. Да где? Элли, хорош уже. Сейчас выпалю тебя слухом, паскуду. Где она? Ну ты где, Элли? Иди сюда, как можно-то уже. Я тебя потерял. Тут что ли? Чё это? Ай, где она? Элли, ты меня волнуешь. Ну-ка вернись, покажись. Так, тут мы еще не обследовали. Да что ты будешь делать-то, ну? Тут что ли? Конечно. В детской сидит. Это правда все, что их волновало? Парни, кино. Баб в твоем возрасте. Какую бы лучше маечку надеть? Конечно, до сих пор так. Хм. Так странно. Вставай, мы уходим. Пошли. А если я не хочу? Меня это не волнует вообще. Ты хоть понимаешь, что значит твоя жизнь? А? Взяла и убежала из идиотской прихоти? Как глупый ребенок. Значит, мы оба друг друга разочаровали. Что ты от меня хочешь? А я тут на туре чё? Признай, что ты мечтал меня сбагрить. Чё, дура, что ли? Томми знает эти края да лучше плевать. Меня. А, на туре, что ли? Ну, извини, ему я доверяю больше, чем себе. Хватит прикидываться. Чего ты так боишься?
что со мной будет как с Сэмом, я не могу заразиться. Я могу за себя постоять. Сколько раз мы чуть не погибли. И тем не менее, до сих пор живы. Томми сумеет лучше о тебе позаботиться. Вон как, он ее хотел в натуре сбагрить. Я думал, помочь его просит. Я не она. Что? Мария рассказала мне про Сару, Элли. И я... Ты сейчас ступаешь по очень тонкому льду. Мне жаль твою дочь, Джоэл. Мне знакома боль утраты. Ты понятия не имеешь, что такое утрата. Все, кто был мне дорог, либо умерли, либо ушли. Бросили! Все, кроме тебя! Так что не говори, что с Томми мне будет лучше. С Томми мне будет еще страшнее. Ты права. Ты не моя дочь. А я тебе не папочка. Тут наши пути расходятся. Завязывайте, мы не одни. Ну, на самом сопливом месте. Ну что ж ты будешь делать-то? Двое на подходе. Внутри их еще больше. У меня патронов нет, что делать-то? Твою мать! Вот как не вовремя-то, Элли, все из-за тебя. Где они? Так, ладно, один. Второй. Допустим. Где он ходит? Вон он, падла. Так, тихо, сейчас вы... Резко, 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 как умеем. Зараза! Отлично. Минус один, красавчик. Опа, 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 опа. Уйди, сука. Отлично. Так, еще кто-то бежит. Куда вы бежите-то, дебилы? Почему не можете просто на месте посидеть, а? Тихо, 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 не копышуй, Томми. Все нормально. Где, 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 где они? Это не они. Так, а тут у меня есть что-нибудь другое? Лук есть. Давай его пока возьму. Осторожно. Да. Ах ты, мразь! Это кто сейчас сделал? Че за дебил это организовал? Вы что делаете-то? Ой, да, конечно, молодцы. Теперь я нихера не буду видеть. Молодец, Томми, если бросил ты, просто красавчик. Зараза! Зараза, это не я, зараза, по улице ходит, чувак, не путай пока ничего. Так, где еще? Оп-оп-оп, тут бежит спокойно. Так, с этим перестрелочка сейчас будет, чувак, вылази. Да сколько, сука, можно-то? Сраный бронежилет, бляха-муха. Да вы чё, блядь, какие непробиваемые-то? Сколько их еще? Порядок. В доме чисто. Неужели? Пошли назад к лошадям. Вот они, короче, вообще обнаглели. Их реально не пробьешь ничем. Фух, пережили нормально. Никого. Отлично. Вот это мало. Это мы просто красавцы. Разрулил все опять Джоэл. Опять Джоэл все разрулил. И бросил Элли. Да не может такого быть. Они же на картинке вместе. Нельзя и бросаться. Помочь тебе? Я сама. Тетя, что ты прям какая? Не, ну она тоже нихера себе. Она ему доверяла. Он ее взял и киданул. Джоэл, ты вообще ты меня расстраиваешь всю игру. Пошла. Да не, он сейчас скажет что-то там, да ладно, типа, чё ты, я ж пошутил, там все дела. Он не может ее просто так кинуть. Вообще не по сценарию. Серьезно, такого быть не может, я в это не поверю. Соберись давай, сученыш. А то вообще больше за тебя никогда играть не буду. Сразу тебя к зомбарям отправлю, падла, при первой же возможности. Пусть тебя грызут постоянно.
Что надо так кинануть бабу, а? Тише, тише. Ну что? Че, ну что? Вот и дом. Это цикады? Вечером кино будет. Чего? Где лаборатория? Далеко, в университете Колорадо. Гаудамус. Гаудамус, изимус. Эли, слезай с коня. Песня такая есть. Верни его Томми. А этого я заберу, если ты не против. Ну что, два раза просить? Я не понял. Че не понял? Опасаюсь твоей жены. Больно уж она грозная у тебя. Прости, что украла лошадь. Ты чего? Пошли домой, давай хоть поговорим. Ну что говорить, я все решил. А я ж говорю, ну так ты... Значит, в Колорадском университете? Да. И где она там? В научном корпусе. Такая, как зеркало, не пропустишь. Передавай привет жене. Мы всегда тебе рады, знай. Готово? Готово. Адьос, братишка. Не грусти, амиго, не скучай, не верь, не обещай. Не говори, прощай. Пока, слабак малолетний. А мы погнали. Ну вообще, ну поворот, а. Патронов нет, нихера нет. Ты отдаешь мяч другой команде. Это называется перехват. И если 10 ярдов пройдено, начинается первый даун. Верно, первый даун. Как все сложно. Просто нужно сыграть пару раз, и все поймешь. Да? А не про бейсбол, что ли? Вы можете спешиться. С чего мы можем? Я не хочу ни с кем спешиваться. Молодые дети, какие спешиваться? Давайте на этом мы сегодня закончим, пока никто не начал никого спешивать. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки, если это встреча в следующей серии, ребятушки. Идея, я не буду ни с кем спешиваться. Нет. Все, всем пока. Раньше здесь был мат.